Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на АТВ. Сегодня о погоде в Бурятии на среду 30 марта. По северным районам днем солнечно, минус 7 градусов, ночью минус 21, без осадков. По югу днем ясно и 0 градусов, ночью 11 градусов ниже 0. В Улан-Удэ днем обещают солнечную погоду и минус 1 градус, ночью холодно, минус 16. И помните, все победы начинаются с победы над самим собой.